В феврале 2022 года Юргу, Общественная палата региона и сенатор Российской Федерации от Челябинской области Маргарита Павлова подписали соглашение об организации и проведении конкурса научно-исследовательских работ студентов «Мой законопроект» в контексте национальной безопасности. К участию пригласили студентов юридического института Юргу. Для того, чтобы лично встретиться со студентами вуза и рассказать им о проекте, Маргарита Павлова приехала в Юргу. Для нас очень важно слышать голос молодежи, потому что это наше будущее нашей страны, как это не пафосно не звучит, но это учителя, юристы, это те люди, кто уже завтра станут у руля. Поэтому важно, чтобы студенты умели критически мыслить, умели к законотворчеству подходить рациональным мышлением. Конкурс проводится по нескольким направлениям: безопасность и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей, экономическая безопасность и информационная безопасность. На первом этапе студенты пройдут обучение, затем, после отборочного тура, участники попытаются разработать свои конкурсные проекты. В финальном этапе будущие юристы публично защитят свои работы на пленарном заседании Международной научно-практической конференции молодых исследователей «Современные проблемы юридической науки». Мы предлагаем те темы, которые имеют такое большое такое практическое значение сейчас для нашей страны. Мы все понимаем, в какое непростое время нам приходится жить, и мы понимаем, что угрозы национальной безопасности, они в том числе проникли в наше законодательство, и нам важно, чтобы уже сейчас юристы видели эти угрозы и помогали и понимали, к чему эти угрозы могут привести в будущем. Подведение итогов и награждение состоится в правительстве Челябинской области. Победителям конкурса будет представлена возможность провести день с сенатором. Они смогут побывать в Москве и посмотреть на работу изнутри.